Готовы? Особенность фрисби в том, что он летит не только за счет скорости, но и благодаря вращению. Самолеты НАСА такие, у них нет крыльев. С первого взгляда на фрисби вы должны понять, где он приземлится. Кто хочет попробовать первым? Не пытайтесь бросить его далеко. Хорошо? Просто вот так. Он должен приземлиться таким образом. Расслабь руку и сделай такое движение. Должно получиться вот так. Хорошо, давайте кое-что проясним. Есть птицы, самолеты, насекомые. Начнем с них. Все они летают, но летают по-разному. Чем отличается их полет? Самолетом управляет человек. Я не об этом. Я спрашиваю, в чем их разница как летательных аппаратов. Птицы машут крыльями. Да. Птицы в полете обычно машут крыльями. Насекомые машут крыльями с невероятной частотой. Птицы машут не так быстро. Самолет не машет крыльями совсем. Как же получается, что он летит? Лучше всего бросать вот так. Не сжимайте диск, просто держите его вот так, легко. В броске важно не это движение, а вот это. Понятно? Уже лучше. У фрисби нет крыльев, да? Ему нужно взлететь. У него подходящая форма. Теперь ему нужна скорость. И особенность фрисби в том, что он летит не только за счет скорости, но и благодаря вращению. Без вращения он не полетит. Почему облако летает? Оно легкое. Облако легче воздуха, поэтому оно летает. Но самолет не легче воздуха, не так ли? Он гораздо тяжелее воздуха, но все равно летает. Почему? Птица тоже тяжелее воздуха, но она все равно летает. Не так ли? Потому что у самолета есть крылья. Самолет не машет крыльями. Благодаря конструкции пропеллер толкает его. Да, пропеллер обеспечивает скорость. Пропеллер или реактивный двигатель — это просто вентилятор. Он создает тягу, и самолет движется вперед. Самолет мог бы просто быстро ехать, но он летает. Почему? Когда ветер встречается с крылом, воздушный поток поднимается вверх, огибая его. Чтобы обогнуть крыло и опуститься вниз, воздушный поток должен преодолеть определенное расстояние. Он не может опуститься раньше из-за скорости. Таким образом, в результате этого образуется вакуум, который создает подъемную силу. Так крыло поднимается в воздух. Они выглядят так. У новых самолетов НАСА нет крыльев, только корпус в виде металлической пластины. Вот такой. Они способны развивать очень большую скорость, поэтому им не нужны крылья. Это и заставляет их лететь. Когда вы бросаете фрисби, речь не о том, чтобы бросить с большой силой. Необходимо учесть атмосферу, понять, куда дует ветер, и правильно расположить диск. Если бросить так, он не полетит. 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 Вы должны чувствовать движение воздуха. Все встаньте там, подальше друг от друга, и просто двигайте рукой как можно быстрее. Почувствуйте движение воздуха и скажите мне, в какую сторону вы будете бросать фрисби. Это не лучшая позиция для броска, потому что ветер дует мне в спину. Но мы попробуем. Поскольку ветер дует со спины, он не поднимает фрисби. Диск летит прямо и падает. Но если бросить его в другую сторону, он полетит гораздо лучше. Если я брошу его в этом направлении, он полетит намного лучше, потому что он встретится с ветром. Бросим его против ветра.
Вы меня слышите? Когда я брошу диск, то по его наклону вы должны понять, куда он полетит, и ждать его там. Тот, кто ближе всех, должен быть в нужном месте до того, как он приземлится. Не бегите за ним. Вы должны научиться, стоя там, определять, куда он упадет. Хорошо? Скажите, куда? Ловите его. С первого взгляда на фрисби вы должны понять, где он приземлится. Вы должны понимать, что он не просто летит, но еще и вращается. Вращение скорректирует его траекторию и может скорректировать еще больше. В таком положении он, скорее всего, полетит в эту сторону. При потере скорости он тоже полетит сюда. Не старайтесь забросить фрисби очень далеко. Постарайтесь попасть в круг. Научитесь управлять диском, тогда скорость появится сама. Без контроля над диском одна только скорость бесполезна. Фрисби будет лететь куда попало, и никто не сможет его поймать. Хорошо? Вот так. Он должен приземлиться внутри круга. Хорошо. Сначала научитесь правильно его приземлять, затем научитесь приземлять его в нужном месте и так далее. Расстояние не имеет значения. Пусть просто делают правильные движения, тогда у них получится бросать далеко. Пусть сначала научатся этому, а потом начнут бросать.